Дети, цветы жизни. Вырастил, подари бабушке. Ладно, всем хорошего дня, друзья, погнали! Ой, какая сладенькая. Пока, Хаёк. Не хочу прощаться, вот с тобой. Поехали со мной, Хаёк. Как-то они ездят так вообще. А что, царапали, что ли? Ну да, вот как тут въехать-то можно вообще, не пойму. Да. А это как, вот отсюда выехал, что ли? Да и не знаю, скорее всего, кстати, ну, да. Или заехала даже, скорее всего, чем выехала. Выехал бы, затянул отсюда. Ну да. Заехал. Короче, видимо, кто-то парковался и впаял. Снимал я тут всякого на большую камеру, а потом выяснил, что батарейка в микрофоне села и звук такой. А потом подумал, что у меня же петличка с собой есть, можно еще лучше звук сделать. А в ней тоже батарейка села. Ну так вот, о чем я там рассказывал. Хотя можно было бы и не говорить, что у меня все село, и записать прям одним дублем на эту камеру. Ну вот, вот так вот, делюсь. Значит так, друзья, сегодня утро у меня началось с того, что в меня впаял какой-то... Вот, и... Ну да, неприятно, но расстраиваться-то, в принципе, что расстраиваться, жизнь продолжается, эта машина, ничего страшного, главное, не глобально убили, едет и вроде бы и не видно там ничего особого, но все равно. Вот, значит, я сейчас еду в Делонги, еду один, Лиза осталась дома, потому что Харек еще маленький, его сухим кормом кормить нельзя, ее. Вот, и поэтому нужно делать всякие каши, которые нужно давать и с промежутками где-то в 3-4 часа, потому что организм растущий, маленький, нужно кормить. В Делонге сегодня пройдет еще одно мероприятие, посвященное вкусной профессии. Это мероприятие, о котором я уже рассказывал, здесь вот ссылочку вот здесь вот прямо оставлю. Если для тех, кто не видел, это мероприятие, где дети из детских домов ищут себя в этой жизни. Вот, значит, сегодня мы будем снимать фильм, я не думаю, что мы уложимся в один день. Мероприятие для меня очень интересное, потому что я ни разу ничего подобного не делал, и мне очень хочется попробовать сделать фильм с репортажами, с интервью. В общем, такой 12-15-минутный фильм про то, как дети вливаются в профессию шеф-поваров. Ну что, начинаем готовиться к первому интервью. Самое сложное, да, может и нет, но самое долгое, это поставить свет, чтобы всем все было видно. Вот как сейчас, раз, освещение лучше все стало. Поэтому настраиваемся и переходим к нашим съемкам. Спасибо. Вот сюда куда-нибудь или куда-нибудь. Ставь куда-нибудь, будем пробовать. Спасибо. Это сервис. Ты сейчас делаешь большую ошибку. Попробуешь чужой бульон. Ну я могу и этот, и тот попробую. Нет, именно наш. На. Ардён какой ест? Мой. Ну да. Без соли. Давай поаплодируем. Там Марго. Марго, правильно. Давай поаплодируем. Марго, давай. Есть возможность попробовать себя в роли актера. Кто хочет попробовать? Мы сейчас снимем небольшой промо-фильм. Промо-фильм о вкусной профессии. Как мы пришли в проект, что делаем, чему научились, чему хотим научиться и чего достичь. Это самая крутая машина или нет? Нет, это предпоследняя модель уже. Сейчас вышла абсолютно новая. Сколько? Это... 250 тысяч? Да, за 250. А вы куда? А это что? 150. Да, да. Отстой. Фу. Алло. 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 Алло, алло. Слышишь меня? Алло. Алло. Ты да. Слышишь? Ну, пускай. А сейчас? Это мы, короче, мы в конференц-зале сидим, я включил конференцию. На крутой штуке для конференции. Вот, Родион тебе кофе заваривает. Мне? Да. Сейчас по телепорту передавать будем. Привет, Лиза. По телефону мне можно как раз. Не, вот тут современная технология, мы сейчас всех телепортируем, отправим чашку. Вот, Родиона я почти не слышу, я еще на улице иду. А, ты на улице? Ты же хорька кормишь, куда ты пошла? Вот так вот. Я покормила, она легла спать, и я решила пойти в зал ходить теперь сначала. Вот так вот. В общем, у нас такая тема. Значит, 11 числа день рождения вкусной профессии, и нам нужно снять фильм. Вот, и нужно детям задать какие-то вопросы. Там, как тебя зовут, как ты попал в профессию, ну, что-то в этом роде. Вот как ты думаешь, какие можно актуальные вопросы задать? Подожди, мы, говорит, не успеваем. А, да ладно, говори, у меня тут на записи идет все. Что еще? Все, я дошла. Спасибо. Почти. Давай, пока. Ага, да, пока. Я в лагере 10 лет там, оп-оп. Чалис. Чалис, да, всех знаю там. Есть футболка рваная? Рваной нет. Не, давай рваную, чтобы вытаешь там. А вот тебя в шлёт засосало. Что, плакать умеешь? Все, присаживайся. Самый запоминающийся день. Ну, вообще мы ходим каждую субботу. Вот, ну, как сказать. Вообще каждая суббота мне запоминается раз и навсегда. Ну, смотря, кто попадется вообще. Если какой-то участник захочет чего-то узнать, пожалуйста, без проблем. Но если тот, который придет, который, блин, разгильдяй, блин, мы тебя не ждем, все, давай. Спасибо. Гламурная телочка какая-нибудь. Не, ну если гламурная телочка, тогда оставайся, конечно. Ну я рисовать люблю, а так я хочу стать видеоблогером. Ты была уже в каком видеоблоге? Ну, у меня есть одно только видео, но снято на телефон. Вот, смотрите на Нину. Начинающий видеоблогер, а это ее подруга. Она, кстати, мне помогает. Помогает видеоблогер. Я вам ссылочку скину на нее внизу, посмотрите. Нина пока стесняется камеры, но у нее все еще впереди целых 7 подписчиков. Я еще, правда, не смотрел на ее блог, но посмотрим. Ну, почему бы и нет, друзья. Зайдите, напишите девочке пару комментариев. Я думаю, что ей будет приятно. Кукинг-шеф и вкусная профессия вместе. 1 год позади, и впереди новые достижения. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Я просто решил себя в кадре попробовать, как это выглядит. На самом деле очень волнительно. Строит плохо, не смог допустить этого момента, чтобы снять таймлапс. Мне кажется, очень прикольно получится, когда кролик двигается один. На самом деле мне уже ехать нужно, мне уже ждут. Но я думаю, что 5 минут погода никакой не сделает. Ребят, забыл камеру в машине. Причем не одну, а все 3. И вот что тут у нас произошло. Вот Рома тут с Никиткой у нас. А что ты смотришь, кино? О, вот собаки тебя зажали, сейчас как. Беги, ты успеешь пробежать. Атаку одну отразил, вторую беги. Давай, Никитос, беги. Беги, тебе главное вот этого рыжего пробежать. Смотри, опасность. Давай, давай, беги. А как? С плеча руби. В общем, у нас тут вообще хаос. И мы что-то готовим, значит. Это булочки для бургеров. О, нормальный размер подойдет нам. Это мясо, фарш. Это рома, фарш. А это ноут 7, который мы положим на булочки, и они пожарятся. Смотрите, нарисуй графику потом. Убийство Samsung, проверка, выдержит ли он духовку. Нет, что, не знаешь про ноут 7? Смотрят, когда садишься, говорят, если у вас Samsung Galaxy Note 7, сообщите экипажу. А они ж горят. Да, что там какая-то фишка. У нас булки подходят для бургеров. Вон они. Духовку крутани. Вот бургеры такие у нас получили. Сейчас девчонкам дадим, а сами следующие. Оу, е, роллинг, бэйби. Зато у Хотя в сыне воплотилась и Никита, и Рома. Значит, получается, что нам надо, если сын будет, тоже Ромой называть, да? Конечно. Роман Никитич и Никита Романович. Да, но чтобы это квитами быть. Как помело? Нормально. Костей очень много. Тут жалко их выбрасывать. Посадишь? Ну, некуда уже. У меня он уже растет один большой. Вот это? Да. О, ничего себе. Вот, ребят, видите, Лиза какой помело вырастил? Из косточки. Че ты смеешься? Смешная помела? Да, да. Вот если бы у меня была помела, я бы ее ел бы тоже сейчас. Да, у меня есть, я не ем. Я бы не делился бы, наверное. Согласна. Ну дай попробовать хоть твою помелу. А я тебе свою дам. Мне не хватит. А я тебе дам свою. У тебя нет помелы. Это моя первая помела в этом году. Ну не супер помела, конечно. Не супер, но блин, не стоит 500 рублей. Мне не нравится. Я бы еще выбрала зеленые, там были желтого цвета. Ой, ребят, сегодня будем снимать следующий выпуск рукавичек. Лиза пошла в зал, и мне сейчас нужно будет снять все ингредиенты и поставить мясо вариться, чтобы сэкономить время. Потому что вариться оно будет 1,5 часа. Вот, и я сейчас вот пытаюсь вспомнить, все ли тут ингредиенты, потому что... Если я сейчас сниму, то потом уже возможности переснять не будет, потому что я мясо сварю, и оно будет вареное. Вот так вот. У нас с вчерашнего дня остались 2 котлетки и булочки, и мы сейчас перекусим бургерами маленькими и погоним снимать. Мясо варится. То самое, которое мы снимали. Ну, нет, ну что ты? Кадры испортил. Останется. Прикуску. Мясо. Есть идеи, что вам готовим? Очень вкусно получилось. О. Рецепт завтра на рукавичках будет. Как обычно, в 10. Что не день, то гость. И снова прямиком из Санкт-Петербурга. Братюня на 1 ночку. Он, кстати, уже к нам приезжал, но на дачу. Вон ссылочка там будет. На ролик, где он к нам приезжал, на дачу. Ну, знаете, кто не видел. Это тот ролик, где мы айфон утопили. И собака. Какая? Я сказал, собака выйдет. Ну да. О, собака. Чистый, порезал ее. Да. Миш, нельзя. Да, Миша. Братюнь, чистосердечное признание? Нет. Только не на камеру, но комментс. Ладно. Ну, ради 60 рублей готов. А, ну да, сейчас пирога. А, масло мы тебе сейчас этот кусок дадим. На 60 рублей.